Так, друзья, у нас китайский фэтбайк. Абсолютно китайская рама. Вилка от чего? Этот мопед там. Мопед Газуля. Переделанный, модернизированный. Сделаны вот эти вот крепления на лазерной резке. А, движок передний 2 киловатта. Движок задний переделанный из трех движков. Правильно я понимаю? Да, да. Сзади 6 киловатт. То есть на данный момент 60 ампер? Да, 60 ампер всего сюда закачивается. И с места он стартует очень бодрячком, скажем так. 76 вольт тут подача. Такие вот стоят у нас корпуса. Литий-железо-фосфат. Короче, очень мощная штука. Я прокатился, мне страшно было. Сколько здесь у нас крестов? Три или четыре? Три креста. В общем, короче, моща. Так, а это у нас что? Это у нас сегодня не тот велик, да, который я хотел снять обзор. Да. Это у нас просто дедушкина спецовка. Вот такой вот моторчик модный. Вот, в общем, по красоте. Велосипед. Сколько разгонялся? Или еще пока не мерил? Или там нету? 60 где-то едет. 60 Сам где-то. Главное ускорение. 3 секунды уже 60. За 3 секунды до 60 километров. Так вот была обрезана варварская рама. Китайская. Варены профиля. Сколько здесь? 15 на 15 где-то? Вот, вот так вот у нас грязь крутит. Короче, мощь. Просто мощь до дури. Вот такие надо делать вам электромотоциклы. Ее бесшумный, синусный же. Синусный. Тишина, абсолютно. Ну что, попробуешь? Вилка. Стартанешь? Покажем людям, как он разгоняется. Опа. Нас сегодня съест электро фэтбайкеров. Все, давай, да, еду. Вот смотрите. Все, ушел. А, вот такая мощь.